А посмотрите, кто по дереву сидит, папиросою гремит. А это старый добрый доктор Айболит. Сам болеет, сам болит. Сестра моя, Варвара, Варвара, а я прогнал тебя, сестра, а ты носила обезьяну на руках, а теперь на каблуках. Отстаня, Ваня, помогай, так грачи, обезьяна, чи-чи-чи, а мы улетели в дальние края. Не, ну какие-то вещи вообще хорошо. Первый куплет, не знаю, вроде есть у нас. Какой-то вот там что-то вот интонационные какие-то неточности. Я понимаю. Да. Ну просто нечем совсем. Не, я понимаю. Я могу допеть, сейчас попробовать до конца, но не знаю, если это тоже нет, то вкусно. Нет. Второй куплет вообще какой-то хороший. Там, кажется, наоборот. Покривлялся. Я, видимо, уже так устал от этой песни, что мне новое прочтение. А мне... А что, тебе не понравилось? Ну, там нечем было вообще. Поэтому покривлял? Ну да, я просто сократился. Не, отлично. Не, надо допеть, а потом надо первый куплет. Ну, давай, сейчас. Дальше, да? Да. Давай добавишь, чтобы потом его один себе понравится. Давай. Нет, давай послушаем все. Давай.